We have technology. Приветствую подписчиков и зрителей моего канала. Наконец-то у меня дошли руки до Ютуба. Хотел вам рассказать и про предыдущее обновление. Бегло пробежимся по нему. Что добавили в предыдущем обновлении, это три машины. Фиесту. Она у нас называется Сиеста. Также добавили Мустанг, Босс 429. И добавили морковку. Морчок. Конечно же, Марк я сделал под дрифт, чисто под дрифт. Вот в таком у меня скине. С желтым неоном. Очень много на него различного тюнинга. Также покажу вам Мустанг. Вот так вот он у меня выглядит. В этом обновлении, которое сейчас вышло, добавили на пока что на Фиест новые зеркала. А также можно добавить веки на передние фары. Добавили неон. Как его купить? Нажимаем на ключ, гараж, или ставим, это у нас все куплено. Вот, у нас получается вот такой вот шланг висит, закрученный, позволяет устанавливать него. Стоит он 150 тысяч евро, не так уж много, то есть цена вполне допустимая. Дальше у нас есть вот такой вот чип, можно так сказать, да, микросхема, которая позволяет устанавливать анимированный неон. Ну, в принципе, обычного неона вполне хватает. Анимированный неон стоит 100 голды. Вот так вот он выглядит, то есть он сам меняет цвета. Ну, и есть простой. То есть тут вы меняете ползунок в соответствии с цветом и подстраиваете его уже под цвет машины, под цвет дисков, ну или как вы хотите. Также можно менять насыщенность, то есть сделать менее насыщенным цвет, либо же вообще полностью сделать его белым. Так, что у нас по настройкам графики? Общая картинка улучшилась, оптимизация, также добавили прожекторную тень. То есть обычная тень, которая от машины, и есть тень под машиной. Вот это именно тень под машиной. Когда у вас включен неон, этой тени не будет. На карте Санкт-Петербург добавили новый гоночный экспорт от класса Б. Награда от 4800 до 18900 в зависимости от количества игроков. Теперь за дрифт свободки дается награда. То есть, чем больше вы наберете очков, тем больше награды получите. Также на картах разбросаны бустеры с нитро. Пишите в комментарии свое мнение об обновлении. Всем спасибо, что досмотрели до конца.